Здравствуйте. Меня зовут Пламенник Родион Борисович. На ближайшей лекции я расскажу вам о том, что изменилось в порядке проведения инвентаризации в связи с изданием приказа Минфина от 13 сентября 2023 года номер 144-Н. Что нужно сделать главбухам и иным должностным лицам учреждения, чтобы с 1 июля 2024 правильно проводить инвентаризацию. Смотрите на видео консультанта.